Привет! Привет, ребят! Сегодня у нас будет история про наших соседей. А соседи у нас необычные, бляха, оказались. Короче, в очередной день мы приехали на участок и нашли там муравьёв! Ты их только драконил. Ой, укусить что ли? О, блин, ты что, Саша, они уже ползают. Они по тебе ползают. Детки, я мы же не сможем убрать. Одеваться ты не хочешь? Хочу уже. Что ты делаешь? Сейчас я пойду штаны одену. Одену штаны и хочу. Не подходи сюда, Рита. Хорошо, говори, да нет. Муравьи не просто маленькие, красные, лесные, такие большие, кусучие. Полезли в интернет, чтобы понять, как же, блин, прогнать их, как избавиться. Всякие разные способы, типа заливать кипятком, покупать отраву и бурными кислотами травить муравьев, нам немножко не подошли, хотели спасти их, ну, оставить в живых. Мы просто люди сердечные, нам даже муравьев жалко. Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Изначально казалось, что это так просто, а по итогу мы взяли 5 мешков 250-литровых для мусора. 250-литровых мешков для мусора. Иголочка. Вот. Взяли лопаты и поехали на участок. Вообще, чтобы вы понимали, 35 градусов жары на улице. Да. У кого там? Пакеты там. Вот у нас 2 орудия труда. У кого-то может быть зима, и они бы хотели лето, а вот если бы у них было бы лето, они бы жарили. Я бы охуелась прямо. Погнали ветки убирать. Нам, не знаю, повезло, не повезло с температурой воздуха. Погода была охрененная, плюс 35 градусов. Ну да, мы любим такую погоду и в такую погоду работать. Все было очень просто, относительно. То есть достали кулечки, паковали муравьев и отнесли их в другое место. Но не тут-то было. Муравьи красные, кусучие. Черт побери, какие они здоровенные. Господи, они километровые просто. Мы скотчем тут подойти. Мать, а всего лишь муравей. Шо? Больно. Саша, смотри, они на тебя напали. Мы их спасти еще. Главное, она вот такая. Они вообще заливают их. Открывай. Саша, они уже внутри. Они внутри, у меня оторвался пакет. Пока мы собирали этих муравьев в пакеты, они нас кусали. Кусали. Они залазили везде. Ну, во все места, куда только можно. И там кусали. Руки, шею, ноги. Ну, все. Таня придумала классную защиту. Мы взяли пакеты, ну, обычные пищевые пакеты, скотч, оделись как могли. Защита, она маленькая. Обмотали ноги этими пакетами. Это было смешно. Но дело в том, что они пролезали, грызли эти пакеты и прям туда пролезали. Так и народили укусить. Ну, падает. Падает у нас шоу. Тихо. Помолчите, там тут такой шелест классный. Они бегают по пакету, и такой шелест офигенный. Зацепился.
Блин, так много, ну, капец. Таня, да. А можешь скотч принести? Не надо большой кусок. Один раз. Все. Это, короче, мешок. Один мешок приблизительно весил как, ну, чуть легче, чем Таня. Ну, около 40 килограмм, мне так кажется. Понесем эти пакетики сейчас в лес. В глубину. О, что ты хочешь? Поднимай. Попробовать нередко, чтобы не порвется, чтобы мы далеко не бегали. Мы спасаем муравьев. А. Иди вперед. А ну оставь. Тоже в шоке. Да, тяжелая, конечно. Смотри, какая я мокрая. В общем, мы их перенесли в лес, просто поглубже, в другую часть леса. Нам было важно... Что вообще важно в этой ситуации? Найти матку. Ну, да, найти матку. Потому что вы слышали, что если матка остается, то эти товарищи возвращаются к ней. Ну, и скажи мне, как бы, там их тысячи, миллионы, короче. Как ее найти? Ну, тупо на удачу. Перенесли 5 мешков муравьев, это приблизительно 200 килограмм, представляете? А мы спасаем муравьев. А что, мы пришли на их территорию? Спасение муравьев. О, вот распаковочка, вот мурахи, вот они живы, здоровы все. Они в ужасе, короче. У них стресс, у нас тоже стресс. Может, кому-то стошнило тут за время переезда. Так, это number one. Второй пакетик. Опача. Сейчас будет третий. Ты притащишь, да? Я уже не могу. Не, ну вот что бы я без мужчины делала? Я бы тут упала бы, короче. Притягала. Притащила бы, да, и упала бы так. Так, и распаковочку. Распаковочку. Ну, тут самый смак. Первый. Муравьячий, да. Угу. Глянь, их а так крупно получится снять их, не? Откуда я знаю? Вот сам близко. Тут экранчик потух. Да. Куч. Вон детишки. Ух, их тут миллионы. Ну что, вот мы и посмотрели короткую историю про переселение. И хотелось бы остановиться на маленькой детали. Пожалуйста, ребята, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, может быть, дизлайк. Напишите комментарий, почему дизлайк или почему лайк. Не забывайте про Танин Инстаграм. И до новых видео, до новых встреч на нашем YouTube-канале. Таня, Саша, строим дом вдвоем! Ты заходи, если что.